Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Это очень волнительный день был сегодня. Я очень переживаю. Страх перед взрослой жизнью. Звонок во взрослую жизнь. Сегодня около 800 анапских школьников попрощались со школой. Здесь работают люди, преданные своему делу и реально преданные своей территории. Анапа на международной арене. Какие возможности для курорта откроет парламентский союз Беларуси и России? Прямо на остановке мы выкладываем книги здесь на лавочках. Ожидание автобуса за книгой. В Анапе появилась еще одна достопримечательность – читающая остановка. Дружим народами. В Анапе работает комиссия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Проект посвящен возобновлению работы молодежных объединений обоих государств. В его работе приняли участие и представители администрации Анапы. Анапа – главный детский курорт России. Именно это, по словам участников комиссии парламентского собрания, и стало определяющим в выборе места проведения встречи. Опыт совместной работы с нашим городом у делегатов уже есть. Ежегодный российско-белорусский фестиваль творчества юных получил постоянную прописку в Анапе. Наш город, уверяют участники встречи, это благодатная почва для развития международных отношений. Мы не первый раз находимся в контакте с администрацией муниципального образования города Анапа. И я для себя отмечаю, что здесь работают люди, преданные своему делу и реально преданные своей территории. Они всегда отстаивают интерес города. Мне что нравится, у них есть государственная позиция. То есть не только своего, вот местечковая, да, что мы должны вот тут вот построить, зарабатывать, начать. Они отстаивают интересы города, но они государственники. Они хотят сохранить то наследие, которое им дано для всех, для нас. Воспитание молодежи, по мнению делегатов, это сложный и кропотливый процесс. Здесь необходим постоянный обмен опытом, тем более между двумя странами. Что касается отрасли санаторно-курортной, именно детства, то здесь у нас несколько лет достаточно стабильная ситуация. У нас 36 здравниц, в этом году 37-я открывается, то есть еще плюс один, это Кубанская Нива, мы готовим документы на то, чтобы она у нас стала работать и опять вошла в строй. У нас находятся такие большие фундаментальные центры детского оздоровления, это «Жемчужина России», емкость которого, этого учреждения, порядка 5000 человек одновременно, одномоментно сейчас. Там находится более 1000 человек. Это детей, это социальная категория деток, которые требуют особой заботы, особого подхода. Делегатов интересовало все – от образовательных процессов до организации детского летнего отдыха. Особое внимание уделили вопросам межнационального единства. И здесь у Анапы есть бесценный опыт. Плотно взаимодействуем с нашими лидерами общественного мнения, национальной диаспорой. То есть и в рамках культурного обмена, вот все праздники, которые у нас 27-го как раз был большой культурный мероприятие, Качкар. Принимаем участие, оказываем содействие и грекам нашим помогаем. По итогам встречи обеими сторонами было принято решение, что до конца июня будет создана рабочая группа комиссии парламентского собрания. В нее войдут и представители администрации города-курорта. Это даст возможность Анапе в статусе постоянного члена участвовать во всех международных мероприятиях, которые будут проводиться под эгидой Союза Беларуси и России. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа регион. Сегодня для 779 анапских школьников прозвенел последний звонок. Во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета прошли торжественные линейки. В праздничный день погода внесла свои коррективы. Из-за проливного дождя все линейки перенесли в актовые и спортивные залы. Но это никак не сказалось на праздничной атмосфере. В
Вместе со школьным хором подпевает весь зал. «Крылатые качели» – символичная песня, олицетворяющая переход во взрослую жизнь. Сегодня стены пятой школы покинули 185 человек. Из них 140 – учащиеся девятых классов и 45 – одиннадцатиклассников. От имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Юрия Федоровича Полякова я поздравляю всех вас с последним звонком. Впереди у нас с вами большая работа, сдача единого государственного экзамена. И мы с вами с ней справимся все на отлично. Знайте, что где бы вы ни были, какую бы вы дорогу в этой жизни не выбрали свою профессиональную, в этой школе всегда для вас открыты двери и сердца ваших учителей. Для Светланы Яковлевой, классного руководителя 11 класса, сегодня особый праздник. Это ее уже пятый юбилейный выпуск. Как говорит сама, приложила все усилия, чтобы ребята были готовы ко взрослой жизни. И очень надеется, что воспитанники не подведут. У меня класс небольшой, всего 11 выпускников. Дети очень хорошие, дружные, активные. Учатся в меру своих способностей. У всех есть и определены уже цели в жизни. Расставлены четко приоритеты. Они идут к намеченным целям. Я прежде всего им желаю, конечно, сейчас самое главное, это сдать успешный единый государственный экзамен. Впрочем, сегодня о ЕГЭ выпускники не думают. Праздничное настроение, парадная форма, цветы и поздравления. Но у многих на глазах слезы. Ведь это их последние дни в любимой школе. И совсем скоро пути одноклассников разойдутся. Всех ждет новая взрослая жизнь. Очень волнительный день был сегодня, я очень переживаю, страх перед взрослой жизнью. Все-таки не хочется расставаться со своим классом, с родной школой, с родными учителями, которые столько всего в нас вложили, сил, терпения. То есть это очень тяжело. Директор школы Ольга Дикая в сфере образования уже почти 40 лет. Для нее каждый выпускной – это одновременно и радостное, и грустное событие. Расставаться с родными детьми всегда тяжело, а за 11 лет здесь все становятся родными. Мы постоянно с молодежью, постоянно с их проблемами, с их идеями. Мы с ними поем, мы с ними танцуем, мы с ними плачем, мы с ними радуемся всем их успехам, всем их победам. После того, как дождь закончился, линейка продолжилась на уличной площадке. Выпускники по многолетней школьной традиции исполнили прощальный школьный вальс. Руслан Душевский, Анапа, регион. Аттестаты зрелости получили и 33 старшеклассника 18-й школы села Юровка. Это первый выпуск после присвоения школе статуса казачьей. Первый казачий класс в ней появился еще в 2007 году. Сегодня в 18-й школе обучается уже более 350 юных кадетов. Последний звонок прозвучал для 33 выпускников казачьей школы. Учителя пожелали своим вчерашним ученикам успехов. Кадеты, в свою очередь, поблагодарили наставников за терпение и полученные знания. Эта школа первая и пока единственная в муниципалитете казачьей направленности. Здесь углубленно изучают историю родного края и казачьих традиций. Мы видим особое отношение ребят в этом коллективе. Казачьи классы начинают выпускаться. Это, конечно, отдельная культура. Мы понимаем, что это перспективное направление именно на территории нашего муниципального образования, потому что казачьи традиции у нас очень сильные. И мы видим уже результаты, начиная буквально вот с этого года. Получив долгожданные аттестаты, выпускники по школьной традиции вручили переходящий кубок кадетам 10 класса, чтобы те успешно закончили последний учебный год. Для многих расставание со школьной скамьей – одновременно радостный и волнительный момент. Ребята не скрывают эмоций. Ощущение радости какого-то, я не знаю. Но грусть тоже присутствует. В принципе, учился 11 лет в школе, а тут раз, и все, конец. Новая жизнь, новые проблемы, новые какие-то радости. Я очень волновалась. Это очень ответственный был день. И мы к этому шли долго. Очень. Ну, не хочется расставаться со школой, с друзьями, с одноклассниками.
Поздравить анапских кадетов прибыл заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Горкуша. Он напутствовал ребят и пожелал всем сделать правильный выбор. Это волнительный момент в жизни каждого человека, в жизни каждого ребенка, можно так сказать. Но сейчас они уже не дети, им предстоит, наверное, принять одно из самых важных в жизни решений – выбрать свой дальнейший путь, выбрать профессию. Я желаю, конечно же, сделать правильный выбор, чтобы их профессия приносила удовлетворение, удачу им. Она в этом случае она принесет достаток в семье, счастье в семье и благополучие нашей малой родине Кубани. Последнее фото в полном составе, а дальше каждого ждет своя дорога. Но перед тем, как на нее ступить, ребят ждет серьезное испытание – государственные экзамены и поступление в высшие учебные заведения. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион. Итоги учебного года подвела и одна из ведущих спортивных школ города Виктория. Во взрослую жизнь отправились 32 выпускника. Всего же за 50 лет работы спортивного объекта из стен этой школы выпустили более 4000 человек. Итоги Виктории впечатляют. Десятки побед в плавании, волейболе, гимнастике одержали анапские спортсмены за прошедший учебный год. Здесь в 4 отделениях занимаются более 1000 человек от 4 до 18 лет. Но для 32 воспитанников 10-летний курс обучения завершен. 22 выпускника отделения плавания, 1 спортивной гимнастики и 9 выпускников отделения волейбола получили квалификационные удостоверения и дипломы об окончании обучения. Анапская спортивная школа славится своими победами далеко за пределами Краснодарского края. Буквально несколько дней назад во Владимире завершилось первенство России по спортивной гимнастике. В составе сборной команды, выступающей за Краснодарский край, и воспитанница Виктории Людмила Рощина. Она вышла в финал в 2 видах многоборья и завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке. Это кузница спортивного резерва. Они ежегодно дают большое количество разрядников. Не только разрядников, но и кандидаты мастера спорта, и мастера спорта. И их роль для спортивной, в общем-то, подготовки кадров и спортсменов в сборную Краснодарского края очень велико. Сегодняшнюю выпускницу Ангелину Долинину родители привели в Викторию 10 лет назад. Сначала была спортивная гимнастика, но приоритеты сменились, и девушка полностью посвятила себя волейболу. Вообще мечтала быть тренером, но немножко пошла не по той ступени, но я хочу, чтобы в моей жизни все равно присутствовал спорт. Особенно я буду скучать по тренерам, которые меня вырастили, воспитали. Они для меня просто как вторые мамы. В завершении мероприятия состоялась эстафета поколений. 142 школьникам выпускники вручили значки «Юный спортсмен Виктории». Для этих ребят все только начинается, но старшие наставники уверены, они не подведут. Руслан Душевский, Анапа регион. Ровно неделя осталась до наступления лета. Температура воздуха уже приближается к отметкам, соответствующим самому теплому времени года. Не стоит забывать, что этот период является и самым опасным для человека из-за риска заразиться каким-либо инфекционным заболеванием. Жаркая и влажная погода идеальна для размножения вредных бактерий, поэтому на отдыхе нужно помнить о необходимых мерах профилактики. О самом важном нам рассказала заведующая инфекционным отделением Анапской городской больницы. Инфекцию легко можно подхватить на отдыхе, если не соблюдать правила гигиены. Чтобы этого не произошло, нужно тщательно выбирать продукты питания в магазине, отдавая предпочтение товарам в заводской упаковке. Не устраивать перекусы на солнце. Даже свежая и хорошо упакованная еда может быстро испортиться под воздействием прямых солнечных лучей. Не забывайте мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком. Если же вы чувствуете недомогание, определите, инфекционное заболевание можно по нескольким симптомам. Это температура, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. У детей самое опасное – это обезвоживание. То есть здесь самый тяжелый контингент – это детки или же пожилые люди, которые тоже им опасно обезвоживание, которое грозит сердечно-сосудистой недостаточностью. При появлении этих симптомов, конечно, однозначно нужно обращаться к врачу, нужно обращаться либо к инфекционисту, либо к участковому терапевту, вызывать врача на дом при высокой температуре, и врач уже решает, необходима госпитализация или нет.
До приезда врача, до приезда скорой помощи можно использовать, ну все это прекрасно знают, это промывание и жаропонижающее, и обильное питье. То есть обильное питье – это, как правило, солевые растворы. Один из главных источников инфекции – уличная еда. Мясо, выпечка и сладости, лежащие под палящим солнцем, могут испортиться за несколько часов. Врачи советуют обедать лучше дома или в проверенных кафе и столовых. А вот море бояться не стоит. Вопреки распространенному мифу, морская вода абсолютно безопасна, так как постоянно обновляется. Территориальный отдел Роспотребнадзора регулярно берет пробы в местах массового купания. В прошлом году не было выявлено ни одного возбудителя инфекции. Читающая остановка появилась в Анапе в День славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, как дань памяти святым Кириллу и Мефодию. По случаю открытия новой интерактивной читальной площадки на автобусной остановке возле Центральной библиотеки устроили настоящий литературный праздник. Гостей приветствовали дикторы по радио, звучали славянские мелодии и песни. Писатели и поэты литературного объединения «Парус» представили замечательную поэтическую программу, читали авторские произведения и классиков. «Своей страчи все пригожие, все разные и все похожие, зовется ныне россияне, издревле кто мы славяне». Многие прохожие становились слушателями и участниками праздника, знакомились с книгами на передвижной книжной выставке «Величие слова славянского», беседовали с писателями, брали у них интервью и автографы. Читающая остановка – необычный проект, который воплотила в жизнь Анапская центральная библиотека. Похожие есть и в других городах, и призваны повысить интерес к чтению. Сделать литературную остановку можно будет на протяжении всего лета. Библиотекари обещают много интересного. Прямо на остановке мы выкладываем книги здесь на лавочках, и каждый читатель или прохожий, проходящий мимо, может подойти, почитать книгу, поменяться книгами, поиграть. Будет интерактивная площадка для детей, так что приходите. В течение лета эта остановка будет работать. Приглашаем вас. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно, полезно. Прогнозом синоптиков, 25 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ночью прохладнее, 16 выше 0. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.